Да вы задрали двери закрывать, отвалите, пожалуйста. Да ну помогите, ну кто-то, их трое здесь. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Фуфло, Соба, Приз, Соварной кофе, Форум, Флекс, пацаны, поздравайтесь. Всем ахайо. Привет, с вами ЛТВ. Привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас будет режим с маньяком. Он должен всех замочить и наказывать. И кто умирает, тоже берет Джейсона убийцу, и в конце у нас будет 7 маньяков и один выживший. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, мы поставили всем по 25 хп. Это означает, что он будет с одного удара вырубать любого игрока. И кто падает, тоже будет брать Джейсона. Так что, ребята, никому нельзя проигрывать, все должны красиво тащить. Мне вот интересно, он тут по бортику сможет заходить? Ага, он тут не сможет заходить. А он прыгать не... А, он может прыгать, да-да-да. Все, пошел. Не забываем подписываться и ставить лайкосик. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где у нас? В описании. Вот так вот все заходят, да, и общаемся. Ля, что ты меня вокруг а что ты думаешь, будет легко? Ты, короче, гоняй их по бортикам, они будут падать. В любом случае, есть такой игрок, которого, смотри... А, я думал, он упал уже. Найдется игрок всегда, кто свалится вниз, и у вас уже будет двое. Не, давайте без комнат, давайте чисто вот тут поверху бегать, потому что в комнатах будет тяжело очень ему убивать нас. А где он? А вон он, вон он. И у него есть большая классная фишка, что он может вставать невидимым. И он может, кстати, бить не на большом расстоянии. Это очень хорошо. Я буду очень жестко играть, очень. Ты можешь его приманивать. Внимание. А, кстати, он в невидимке не может бить. Ему вставать невидимым надо. А-а-а, это как круто. А-а-а, ты что думал? Будет читерский? Не, ребята, будет очень жестко. Очень. Профит, ты сам захотел быть маньяком, поэтому я сразу понял, что будет очень сложно. Желаю тебе удачи хоть кого-то убить. Я чуть кофе не скинул. Мы без комнат, если что. Давай, так давай. Это ты меня толкнул. О, минус 1, все. Так, ну что, 2 Джейсона у нас. Это очень круто. Это вот уже лучше. Слушай, ты меня еще и бьешь, форум, офигел? Не, бить нельзя, давайте без биений. Не, монтировскую, у него же 1 000 000 хп. А, ну если он тебя будет бить, ты зато сможешь огрызаться и ударить его тоже да по башке. Господи, ну... Еще один. А, убил все-таки. Он тут, Дима. Он тут, он тут. Так, это уже что у нас? 3 уже? Да. 3 маньяка. 4, почему это? 3. Три, один упал, одного ты убил. И ты же себя считай тоже. О, тут можно, кстати, по бортикам ходить, это очень классно. Туда его. Да кофе, спасибо, блин. Еще один упал, вы сейчас сговорились? Опа, смотрите, как можно перепрыгивать. Здесь можно прям жестко, классно прыгать. Да, можно. Так, я так понимаю, что у нас сегодня наигранный это форум. И кто еще у нас? И я, наверное, наигранный. Я бы не упал бы, если бы не этот. Я маньяк, какой наигранный? Ой, я упал. Блин, да я поддался! Да они окружили! Да ну блин! Это что, я тоже буду... Ты всегда поддаешь. Да ну блин, да я хотел поиграть еще! Так тупо слился! Вот смотрите, вот давайте, давайте, мочите его! А кто, что, один остался в живых? Да! Так быстро раунд закончился! Да. Вот это жесть! Кто тут под новым клипом, я не понял. Все, давайте, загоняйте его на бортики, один... Все, он никуда не денется! Ах ты, зараза! Есть! Так, ну что? Давайте я буду за маньяка играть. Давай. Так, ну что? 3, 2, 1. Погнали. Дима, бежит уже. Дима, а, не надо. Во-во-во, я иду. О, доктор, за тобой. Опа, за совой иду. Доктор, за тобой. Сова, ну что, последние твои слова? Нет! Да я пошутил. Да я вообще тут стал. О, все, свалился. Вы что, издеваетесь? Давайте нормально играть, как я. Слиться. Так. Зорный кофе, иди сюда. Стоять. А, я забыл, что у нас еще один маньяк. Два маньяка уже, ребята, два. А, меня дразнит. Блин, он ушел, он ушел. Так, прыгать еще можно? Один. Еще, один. Вы че вообще сговорились все? Вы че падаете? Да, мы перед записью заговорились. А вот,
Так, давайте, давайте. Да вы чё меня бьете? Я же свой, вы чё? Пацаны прикалываются. А, вот тут, кстати, на пятачке легче всего. Взматывайте их в угол. Пятачок. Давай, 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 давай. Стоять! Вот, бегут. А, еще птичек. Во! Нет, да вы что падаете все? Жмите Фредди на мостик. Привет, Дима. Так, 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 давай, фуфлик, я тебя должен замочить. Есть! Блин, меня застопили! Опять все проиграли? Нет, я живой. А, еще форум живой, хорошо. И профит, и профит. А, и там вон бегает, он за будкой. Я иду, я иду. Я иду к нему прям. Я стал невидимым, чтобы их мочить. Все, я невидимка. Здорово, форум! Кого нет? Форум, здорово! О, вижу, вижу, вижу. А побежь в комнате будет. А я тебе залез. Вот это класс. А тут... Подожди. Ой, ава, бей, стоять! Сломал. Ух не ты, блин! Не бить! Упал. Что? Ай, я упал. Да вы чего? Блин, ну конечно классная карта тем, что очень тяжело по ней бегать. Просто так не получится. А если бы я взял... О, жадрить. А если бы я взял плоскую карту, вообще бы нереально было кого-то убить. Я умер, я мертв. А, извини, я просто от радости от тебя ударил. Угадал. А чё, один, еще один остался живой или все опять? Давай, спаси его. 75 хп, нечестно, фу, читер. А, так давайте 25 хп ему. А ладно, давайте, нет, не, давайте, так как он последний выживший, давайте ему сделаем давай, больше жизни. Сжимай! Вот эта толпа за ним гоняется. На, попал. Еще раз попал. Не попадаю. Стоять. О, давайте все невидимыми станем и посмотрим, что он будет делать. Давайте я все невидимыми. Все, я рядом возле него. Опа, я попали. Я вижу. Найс. Все, давай, он по бортикам пошел. Давайте, 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 давайте. Отлично. Вот это хорошая тактика. Все, а давайте все за бортика. Все, он все, не упал, пускаем его. Упал. Один, кто-то останется на бортике. Он упал, он упал. Дима, да упал. Вы чего? Я споткнулся о бортик. Ну все, давай, заварно кофе. Будешь теперь ты начинать. Три, два, один. Погнали. О, привет, профит. Да. Пацаны, только давайте уже третий раунд сделаем так, чтобы прям ему тяжело-тяжело было играть. Ой, чтобы он целый ролик. Да вы опять упал, вы чего? Дима, меня столкнули. Ну это считается, все. Считается. О, давайте тогда мы будем выживать по комнатам, чтобы было легче. Да, в комнаты можно. Да, потому что что-то у нас очень быстро раунды заканчиваются. Нет, нет, не зайдешь. Дима, я могу совет дать, может через окно выпрыгивать. Я мертвый, я мертвый, я мертвый, я упал. А, он упал, все, понял. Да будем туда просто бегать здесь. Отстаньте, Джейсон, отстаньте. Помогите, помогите. Я буду просто бегать туда. Все, ребята, я понял тактику, как долго выживать. Не убивайте меня, мне хп надо выдать. Дима! Да. Не-не-не-не-не, я буду теперь вот так вот выживать. Вот. Это тактика, которая сделает так, что я буду последним выжившим. Да проси, да конечно, Дим. А что, увидишь сейчас? Взял. И сейчас первым сдохнешь. Тактика крысы. Ну, Дима, ты всегда был. Не, профита я не буду убивать, он хороший. Дима, а Дима, вот... Дима, Дима. Все, все, все. А смотрите, вот так можно теперь повыживать здесь. Они сейчас невидимые будут. Опа! Опа-па! Нет, пожалуйста. Только я хотел еще сказать, что можно в окно вылазить. Я могу в окно вылезти. Да, смотри. В окно я в окно полез. Дима колдун у нас, Дима, да? Ты живой? Да. Я один убежал. Ну че, давай, иди сюда, маньяк. Я тебя не выпущу. Сиди давай тут. Тебе кличку кто-то. Опа-па! Вас двое, да? Нет, да ну как, я же был далеко, вы видели? Я был далеко он от читер, него. Он читер, просто забей. Да не, он честно играл, он честный читер. А бывают честные читеры или нет? Нет, бывают. Окружайте его. О, давайте, кто останется последний, оружие сможет использовать. Хорошо. Это было еще легче. Так, давай, 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 подлавливаем, подлавливаем, идем наперед. И маха! Ай-яй-яй-яй-яй, обманул, красавчик. Стоять! Стоять! Тихую. Нет. Я окружайте, он плохой. Он плохой, слишком. Я просто через мозг прыгаю, и все. У меня облот где? Ах ты, блин, надо было заранее махать.
Еще бы чуть-чуть бы и убил его. Через вас прыгаю и все просто. А ну тебе везет. А тут как-то хитбокс работает очень странно у него. Он может на большом расстоянии бить. Вот смотри, а еще бы чуть-чуть бы и попал. Дима, я тебе могу дать совет. Бей наперед. Я так и делаю. Он же с опозданием бьет. Да, стоять! Да. Ух, блин, да смотрите! Меч перепрыгнул! Меч! Блин, давайте газ сразу. Есть! Да. Молодцы, да. Молодцы! Кто еще есть? Один какой остался, давайте ему дадим возможность оружие взять. Понятно. Где он был? Да нет, я зайду. А не, один крысятничок. Там двое. Двое, тогда ждем, пока один останется. Вот, смотрите, Фредди. Все, нет, стоять! Нет, все, окружайте его, окружайте! Надо, по бортику надо, идите кто-то туда. Все, отлично! Отлично, все, он не выйдет. Нет. Пойдет, так. Есть! Все, давайте это, 10 секунд не махаем, пусть он оружие возьмет. Кто у нас там остался? Фриз, все, давай, бери оружку. Сейчас, стойте. Не мочите его, он вас убирает. Иди сюда. Каш, когда будешь готовый, только пусть он отойдет. Ну, не убивайте его сразу. Три, два, один. Погнали. Казахстан. Вот это ты молодец. Ну хорошо, Фриз, раз ты был последний, давай ты будешь начинать. У нас так раунды быстро протекают. Я даже не ждал, что будет так инбалансно. Хотя, обратите внимание, Джейсон, он очень медленный, он еле бьет. И так легко им выигрывать. Так просто многие падают. Так ну не падайте. Сказал Дима. Ну все, давайте, 3, 2, 1, погнали. Где маньяк? Где маньяк? А я его где-то видел, никнейм тут. Меня маньяк скинул. Все, ты проиграл, отлично. Я уперся в маньяка. Он тут, в пятачке уже, ребята, он на пятачке. Вот он, Фриз. Я тебя не выпущу. Ну раз видно его никнейм. Стоять! Вова. А он в невидимке не может бить, это очень круто. Стоять, Димас, я за тобой хочусь. Да не получится у тебя ничего. Получится. Не. Стой, Димас, стой. Тут не бесконечная невидимость. Я знаю, там 25 секунд или сколько секунд. Там? 30 секунд, да. 30. Вот так на пятачке здесь самое легче выживать, кстати. Как вокруг пальца его обводим. Ну да. Это можно сказать и в прямом. Да блин, я ударился об игрока и чуть не поцеловал Джейсона, нас ребята. Их уже двое маньяков. Да. Так, надо валить отсюда. Надо Димаса зажать. У Флекса 5 хп. Все. Да меня надамажили. Я в здании. А в окно о, профи, ты маньяк. Чего? Второй маньяк, сюда иди. Ой. Эй, ты чё взял этот? Как-то странно, ты, конечно, выбираешь игроков. Так, давай. Сзади игрок был! Сзади был игрок, ты его мог бы ударить. Да, это я. Профит, ты чё лежишь, отдыхаешь? Есть, я убежал! Отлично! Молодец, Дима! Зажимай его! Я в здание зашел! Офигеть, можно... Короче, ребята, в зданиях можно с окна вылазить, чтобы вы знали. Джейсон тоже могут залазить и вылазить. В окно? Да. Но это длинная песня очень. О, Димас, зажимай Димаса. Не получится, ребята, я сейчас уже играю на опыте. Один упал, я видел, упал вниз кто-то. Да, это Димас. А я здесь вот на пятачке бегаю, хочу повыживать дольше. Ой-ой-ой, еще чуть-чуть бы и меч поцеловал. Да поцелуй, Дима, он вкусный. Так, надо я здесь. Надо невидимым становиться и зажимать его. Это прикол в том, что ты не можешь бить, когда не видишь. Опа! Отлично, ребята. Джейсон один упал. Ну, Дима просто тренировался перед записью. Да, годами тренируюсь. Ой. Все, ребятушки. Блин, нашел меня. А, не нашел. Нам надо сделать так, чтобы... Ай-яй-яй, отвали. Опа-па, опа-па, опа-пуси. А где? Опа-пуси. Он в здании? А, еще чуть-чуть дверь вонючая. А, блин, спасибо, ребята, помогите. Их трое. А. Ну, держи. Да ну, отвали. Где ты, Дима? А, помогите, ребята, помогите. Их трое, трое Джейсона хотят меня убить. Ну, отвлеките их как-то. Ну, помогите. Дети. Ну, пожалуйста, кто-то, помогите! Давай я охраняю окно. Да вы задрали охранники! Отвали, пожалуйста! Я понял, Дим! Нет!
Дверь! Блин, стоят! Ой, я в окно, сейчас, я сейчас в окно выпрыгну. Так. Разгончик берем. А можно с разгона в окно залететь или нет? А, не получится. Да вы задрали двери закрывать. Отвалите, пожалуйста. Да ну помогите! Ну кто-то, их трое здесь. Помогите уже Димасу, давай. А вы что, все, вот, давай, помогай, отвлекай. Ахи, ты же умер, алло. Ты умер. Зажимай. Опа. Нам надо его в угол зажать. А, да блин. Стой. Опа, отлично, дверь. Мы друг друга режем. Есть, я вырвался наружу. Опа, отлично, ребятушки, это лайкосик 100% заслужил. Так красиво от трех маньяков испетлять. Обманный маневр сработал. Да подожди, Дима, читер. Какой я читер? Увидишь на записи, это ты читер. Когда? Я честный читер. Давайте ловим Димаса, давайте зажимаем. Бригада ловли, Димаса. Вот это было красиво, ребят, очередной раз я вырвался с лап убийц. Причем мы такие ботики? Я не ботик, а ты бот. Опачки. Надо стоячих брать, я не могу в ПК быть. Ай, ё-моё! Эй, кто там летает? Это нечестно. Нет, я упал уже. Димас в здание заходит. Они заходят. Зажимайте. Ага, так, сюда. Бежит. Привет! Опа-па! Еще разочек уклонился. Блин, спасибо, блин. Как все нервно. Вот этот раунд прям веселый получается. Ну что? Еще разок. Еще разочек. Так, я здесь. Ребята, мимо. Идите сюда. Обход. Я мой кофе, ты видел? Ай! Да все! Да флекс, я поддался! Да блин, да не ладно, не поддавался. Красиво выиграл, молодец. Красавчик. Двое. Погнали, все, я теперь в вашей команде. Димас, помогай. Я прям хорошо держался. Очень хорошо. Мочим Фредди. Есть! Yeah. Все, тихо, он оружие может взять. Он последний, давай оружие бери. Ай! Он замедляется, у нас есть шанс. Стоять! Мы тебя замочить должны. Все, сейчас убьем. Смотрите. Наперед и машем. Это блин, а? Я лучше побегаю. И машем. Ну блин, еще чуть-чуть. Да сейчас я. Смотри. Да ты, блин, должен ему был по руке дать, у него даже автомат был выпасти. Ну это было бы прикольно. Маньяки с автоматом. Ну да. Блин, да почти. Стоять. Надо заранее махать. Ви! Красавчик! Если понравилась эта серия и эта классная рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А где взрыв? Ой-ой-ой, у меня аж кожа слетела.